Всем здорово. Вот в карантинное время решил заказать ионизатор озонатор воздуха за $13. По отзывам вроде вещь хорошая. Правда, в связи с карантином шло целых 34 дня. Сейчас посмотрим, что там внутри китаец нам положил. Итак, китаец положил вот под европейскую вилку-переходник. И вот в такой коробке находится озонатор и ионизатор. О работоспособности напишу в комментариях. Ссылкой на товар, если окажется рабочий. Так вот оно выглядит для забора воздуха, вилка и характеристики. В комплекте также есть инструкция, такая маленькая. Думаю, что пока китайцы не задрали цену, но товар нужно брать. Так, всем спасибо за просмотр распаковки товара. Товар вроде целый. В комментариях напишу, рабочий или нет. И также оставлю ссылку на продавца. Все, всем спасибо, пока-пока.